Захадер, скрипач. У меня сосед скрипач. Да какой еще? Хоть плачь. Он недавно въехал к нам. Он тоже мальчик. Толя. Учится в какой-то там музыкальной школе. Я звал его играть в футбол. А он, конечно, не пошел. Я занят, к сожалению, готовлюсь к выступлению. Чего и ждать от скрипача? Боится он, небось, мяча. Да хоть бы он умел играть на своей скрипучке. Играл бы, что ли, всякие хорошенькие штучки. А то он пилит целый день, одну и ту же дребедень. Идешь еще по лестнице, и слышится вдали. Тили, пили, тили, пили, тили, пили, пили. Что он там пилит, наш сосед? Спрашиваю маму. Он не пилит, был ответ, а играет камму. Тут мама стала объяснять, что надо упражняться, что я бы чем мячи гонять мог тоже позаняться, что без ученья нипочем не станешь даже скрипачом. В общем, из-за этих гам за уроки сел я сам. Я ему за эти гаммы как-нибудь еще задам. А на днях билет мне дали на концерт в колонном зале. Был замечательный концерт. Я не скучала нисколько. Вдруг, совсем уже в конце, выходит этот Толька с костюмчиком, с воротничком, со скрипочкой, со смычком. Я затрясся прямо. Сейчас начнется гамма. Давай скорее уходить, толкаю я соседа. А то он как начнет зудить, не кончит до обеда. Тише, сзади закричали. Я и встать-то не успел. Слышу. Тихо стало в зале. Кто-то слышал вдруг. Запел. Неужели это скрипка? Тут какая-то ошибка. Я смотрю на сцену, нет. Ошибки нет. Там стоит со скрипкой Толя. Мой сосед. Играет, не боится. А ведь кругом народ. Скрипка словно птица. Поет, поет, поет. И тут она умолкла. А зал загрохотал, а я как крикну: «Толька, ну что ж ты перестал?» Сосед толкнул меня плечом: «Ты что, знаком со скрипачом?» И я ответил с торжеством: «Да, мы же вместе с ним живем». Домой нам было по пути, он дал мне скрипку понести.